какая же крутая штука. Автомобиль, ребят. Ракета. Это просто что-то. Ребят, я вам скажу, вот в 2014 году родилась моя ракета. Я ее получил новенькую из роддома. И с тех пор, вот видите, весь этот пробег мой. С тех пор, где только и как только она меня не возила. И понимаешь, и безотказно. Абсолютно. Куда хочешь, она тебя принесет. Понимаешь, вот ты куда хочешь, туда ты и едешь. В тепле, все вещи с собой. Тут рядом, вон, коробка с дисками. Все, можно спокойно бросить кошелек куда хочешь. Все бросить куда хочешь. Она герметична. Понимаешь? В чем дело? Ничего не потеряется. Ну, а между тем у нас 2024. И это... Нет, это ни к чему не обязывает. Вообще, вот эта чрезмерная галтелость, не знаю, мне кажется, что не все люди этому поддаются. И, по сути дела, понимаешь... По сути дела, действительно, если что-то не касается лично тебя, то в какой-то мере это действительно не касается. Но если обращаться, конечно, к таким понятиям, как государство, да, то в таком случае, впрочем, ладно, не будем об этом. В таком случае иногда спрятаться не получится. То есть получится, но очень сложно. Придется вообще... Ты понимаешь, вот лес. Лес, он к чему принадлежит? Он ничему не принадлежит, понимаешь? Он не принадлежит никакому долбанному государству. Там можно спрятаться. Сидеть в лесу,